делалось, кто помнит? Был такой в молодости? Да? Да. Что получается? Ой, только тут V1, извините. Ковариация V2 с V1 минус альфа, ковариация V1 с V1 чему должно равняться? Нулю. Нулю. Отсюда альфа нашли, это сколько? Не бойтесь взять, не бойся взять руку, в руку ручку и писать, хотя бы переписать. Потому что это способ быстрее, чем с выведением функции плотности, ну, если не пользоваться готовыми заученными формулами. То есть это самый быстрый способ, который есть понимание через геометрию. Скалярное произведение V2, V1 поделить на деменцию. Да, это скалярное произведение V2, V1 поделить на скалярное произведение V1, V1. Хорошо, а можем мы это посчитать? Сколько? Где ковариация V2, V1 написано? Вон. Сколько? Минус 1. Чему равна ковариация V1 с V1? 9. Сколько? 9. 9. Во, уже нашли, да? Окей? То есть, смотрите, мы уже нашли, что V2 это минус 1 девятая V1 плюс L. Согласны? Да. Хорошо. Ну что ж, тогда мы можем сказать, дальше давайте смотреть. А про L, это какая-то случайная величина. Давайте поймем, что мы знаем про случайную величину L. Давайте выясним, какое у нее матождание, какое у нее дисперсия. Это тоже легко. Смотрите, вот L это хвостик, это та часть V2, которая не объясняет, которая не зависит от V1, окей? То есть мой исследователь, он померил не в ортогональном базисе, поэтому у него V1 и V2 были зависимы. А я говорю, так давайте разобьем V2 на ту часть, которая зависит от V1, и ту часть, которая не зависит от V1, окей? Вот, чему равно, возьмем матождание слева и справа. Чему равно матождание, то есть мы сейчас возьмем матождание слева и справа и дисперсию слева и справа. Чему равно матожидание от слева и справа? Слева матожидание от V2 сколько? 2. 1. Нет, смотри, матожидание от V2 сколько? 1 равняется минус 1 девятая на матождание от V1 сколько? 9. 2. Где матождание от V1? 2. Вот 2. Оно. 2. Плюс что? Это матождание от кого? Минус 1 девятая. Ну, минус 1 девятая. Еще раз, я беру вот от этой формулы, я беру матождание и дисперсию. Плюс L. Плюс матожидание от L. Окей? Отсюда чему равно матождание от L? Ну давайте, матождание от L сколько? 11 девятый. Сколько? 11 девятый. 11 девятых. Хорошо. Теперь с дисперсией от этой же формулы берем дисперсию. Чему равна дисперсия V2? 16. 16. Чему равна дисперсия минус 1 девятая V1? Минус 1. Давайте, 1/81 от чего? Минус 1 девятая. 1/81 от 9 плюс дисперсия L. Почему я не прибавляю две ковариации? Не зависит. А потому что как раз я разбивал V2 в две части. В часть, которая, ну, я разложил V2 по базису старому и ортогональному. Поэтому вот эти две независимы. Окей? Какая дисперсия у L? Какая дисперсия у L? 15,8. Ну давайте, 15,8. Сколько? 8,9. 15,8. Окей? Все. На этом решение задачи оканчивается. Давайте писать ответ. Чему равно матождание от V2? Матожидание от минус 1 девятая V1 плюс L, если вы знаете, что V1 равно 1,5. Чему равно матожидание от минус 1 девятая V1, если V1 это 1,5? Полтора умножить на минус 1/9 на 1,5. То, что вы знаете, V1 несет какую-то информацию про L или нет? L это хвостик Лизы, помните? Хвостик Лизы, он зависит от V1 или нет? Нет. Нет. Лиза, она такая независимая, да? Поэтому чему равно матождание от L? 1/9. Хорошо. Теперь давайте дисперсию V2 считать. Дисперсию V2. При условии, что это дисперсия минус 1 девятая V1 плюс L, при условии, что V1 равняется 1,5. То есть мы вместо 1 что подставим? Что мы подставим вместо V1? 1,5. Отлично. Это дисперсия минус 1 девятая на 1,5.
плюс L при условии, что V1 равно 1.5. Помогает как-то V1 прогнозировать L или нет? Нет. Не помогает, да? Поэтому уже можно это условие убрать, мы уже воспользуемся информацией. Это дисперсия от минус 1.9 на 1.5 плюс L. А как влияет прибавление константы на дисперсию? Никак. Никак. А чему равна дисперсия L? Пятнадцать целых 8/9. Окей? Нормально? Вот. А поскольку мы знаем, что V2 и V1 это в каких-то базисах измеренная скорость, а у нас если удовлетворяет предпосылкам измерения скорости, ну, первая, вторая предпосылка здесь выполнена, то получается, что закон распределения V2 при условии, что V1 равно 1.5, как распределено V2, выходит нормально. С каким мотожиданием? Какое мы выяснили условное мотожидание? Ну, 11/9, 1.5 на 9 это сколько? Ну, на 1/6, сколько? Минус 1/6. Ну, то есть это там 11/9 минус 1/6, а дисперсия какая? 15/8. Окей? Нормально? Норм? Нет? Да, мы просто мотождание спросили. Вот, соответственно, эта идея позволяет очень просто, вот такая простая, то есть смотрите, как я устроил декомпозицию. Я сказал, что V2 это альфа V1 плюс L. И давайте еще раз по шагам. Откуда, из какого условия я нашел альфа? Кто увидел, как родилось альфа? Альфа мы нашли через отношение к ковариации. Альфа родилось из какого условия? Ну то, что независимый V1. Да, альфа родилось из условия, что ковариация L и V1 равняется нулю. Из этого уравнения родилось альфа. Альфа. Хорошо, а откуда я узнал характеристики L? То есть первый шаг у меня был найти альфа. А как я нашел характеристики L? Откуда я взял, что мотождание 11/9? Ну, у нас V2, V2 равно мотождание еще мотождение. Да, я просто от этого уравнения что сделал? Мотождание. Взял мотожидание, получил мотожидание. А потом что? Взял дисперсию, получил дисперсию. Окей? Угу. Вот. То есть взял вот от этого уравнения звездочка мотожидание от звездочки, ну как бы от левой части звездочки равно мотожиданию от правой части звездочки. Вот. И на третьем шаге у нас дисперсия от левой части. LHS это left hand side. Вот, дисперсия в правой части звездочки. Вот. И минимум вычислений, ничего, функции плотности. Вам Елена Владимировна будет показывать альтернативный вывод этой формулы через функцию плотности. Ей там потребуется выделять полный квадрат. А у меня не полный квадрат, все изи. И я на самом деле поэтому зачастую формулу забываю, потому что ее быстро вывести. Вот, на сегодня все. Значит, домашнее задание. Ну ладно, я в чатике пришлю, но на самом деле задачки про многомерное нормальное распределение там из прошлых тестов вы все уже можете решать. Все, что нужно было знать про многомерное нормальное распределение, вы знаете. Да? Да. Далее нужно вырубать.